Здравствуйте, авиаторы и не только! Добро пожаловать на канал Пилот-инженер. И сегодня у нас заключительное видео в 2021 году. Мы искренне поздравляем всех подписчиков и зрителей канала с наступающим 2022 годом. И желаем в первую очередь хорошего здоровья и реализации всех ваших идей и планов. Надеемся, что мы и дальше будем радовать вас интересными познавательными видео про авиацию, которые помогут кому-то из вас узнать что-то новое про полеты и самолеты, а кому-то, возможно, даже выбрать свою профессию и жизненный путь. Сегодня, 31 декабря, можно вспомнить все важные события для канала и наших проектов в 2021 году и подумать о планах на будущее. В уходящем году наше видео посмотрели 789 270 раз, что составило 42 тысячи часов просмотра. А также к каналу присоединилось 6628 подписчиков. Спасибо вам, друзья, и добро пожаловать на борт. Также, помимо основного канала, мы работали над рядом других интересных проектов. А именно, мы выложили в открытый доступ модель бизнес-джета собственной разработки для авиасимулятора X-Plane. Ее можно скачать и испытать по ссылке в описании под этим видео. Также мы начали работу над самолетом PZL-104 Вильга для того же X-Plane. Скриншоты, демо-версии и все подробности, конечно же, в описании. Еще ряд проектов находится в разработке по симулятору X-Plane. Часть из них мы анонсируем совсем скоро. Часть уже находится в активной стадии тестирования. Чтобы следить за всеми нашими проектами в одном источнике, подписывайтесь на Instagram Pilot Engineer Projects. Помимо этого, для продвижения всех проектов мы создали англоязычный канал, на который сейчас активно готовим переводы видео с основного канала. У нашей команды в этом году появился профессиональный квадрокоптер для видеосъемки DJI Inspire 1. Красивые виды родного края с него также есть на канале. Ну и мы не забывали о наших основных рубриках и проектах. Сейчас в финальной стадии работы проект симулятора Екатеринбургского метрополитена. Совсем скоро вы сможете увидеть очень интересные новости по нему. Так же, как и новая короткометражка по метрополитену, находится в стадии продакшена. Насчет планов на 2022 год, таких как кругосветное путешествие, новые релизы и рубрики, мы расскажем отдельно в формате вебинара в новогодние праздники, так как прошлый формат ночной премьеры не зашел совсем по просмотрам. Также мы решили отказаться от рубрики «Авиановости», ведь она не собрала даже наших обычных нескольких тысяч просмотров. Поэтому мы еще раз поздравляем вас с Новым годом и желаем сегодня хорошо отдохнуть в компании самых дорогих вам людей. До скорых встреч уже в новом году на канале «Пилот-инженер».